Всем привет, меня зовут Аня, я инструктор студии динамического пилатеса. И я вас сейчас познакомлю с несколькими упражнениями, которые вам помогут этим летом лучше выглядеть в платье с открытой спиной и в новом купальнике. И для этого нам понадобится всего лишь чистая стена. Вы кладете одну руку на стену, примерно на уровне плеча. Одновременно надавливаем и опускаем плечо вниз. Задержались на пару секунд и расслабили руку. Повторяем так 10 раз. Стараемся подключить широчайшую мышцу спины. Следующее упражнение мы тоже выполняем стоя. Стопы ставим примерно 3-5 сантиметров от стены, чуть шире уровня плеч. Облокачиваемся спиной и поднимаем две руки наверх. Плечи у нас опущены, руки должны быть чуть шире плеч. Делаем вдох, вытягиваемся максимально вверх, прижимаем поясницу к стене и скользим, наклоняемся в сторону. И тянемся наверх. И меняем сторону. И возвращаемся в центр. Ваша задача постараться не отрывать руки. Дальше мы с вами выполняем упражнение лежа на спине. Вы опускаетесь на пол. И ложитесь на спину так, чтобы угол в коленных суставах у вас был примерно 90 градусов. Я вам покажу несколько вариантов выполнения упражнения для разного уровня подготовки. Самый простой, когда вы стопами упираетесь в стену, кладете руки за голову, делаете вдох и на выдохе приподнимаете корпус наверх. Вдох, на выдохе поднимаемся и опускаемся вниз. Еще раз делайте вдох и на выдохе приподнимаете корпус наверх. Следите за тем, чтобы подбородок у вас оставался на небольшом расстоянии от груди и локти были направлены четко в сторону. Делаем примерно 20 повторений. Пауза, небольшая пауза и снова 20 повторений. Для тех, кто хочет усложнить упражнение, вы можете одну ногу чуть-чуть оторвать от стены и продолжать движение вверх. Вдох, на выдохе подъем и опускаемся. Второй вариант усложнения, когда вы поднимаетесь, разворачиваете корпус к ноге, возвращаетесь в центр и опускаетесь вниз. Вдох, развернулись, вернулись в центр и опустились. Ваша задача проследить, чтобы локти были направлены в стороны. После того, как вы выполнили упражнение для укрепления мышц пресса, мы с вами должны немного растянуть разгибатель спины. Исходное положение тоже. Упираемся ногами в стену, руки вытягиваем вдоль корпуса. Мне нужно, чтобы вы уперлись в стену, подвернули таз и начали медленно поднимать ягодицы наверх. До положения, когда колени окажутся на одной линии с плечами. Опускаемся, начиная с грудного отдела и делаем хороший выдох. Старайтесь, чтобы все позвонки у вас коснулись пола. Еще раз вдох, на выдохе мы подкручиваем таз. Поднимаемся наверх до одной прямой линии. И на выдохе мы закрываем ребра и аккуратно опускаемся вниз, начиная с грудного отдела. Сейчас мы с вами будем выполнять упражнение, которое называется планка. Оно одно из основных и задействует практически все группы мышц. Исходное положение. Вы опускаетесь на колени, упираетесь ногами в стену и кисти ставите четко под плечами. И руками проходите вперед, так чтобы кисти у вас оказались четко под плечами. Старайтесь все время упираться стопами, подключаем ягодицы и переднюю поверхность бедер. Плечи опускаем вниз, лопатки тоже тянем в центр и вниз. Чуть-чуть подворачиваем таз, чтобы подключить мышцы живота. В этом положении вам нужно простоять 30 секунд. После этого вы опускаете колени и тянетесь в позе младенца. На этом ваша тренировка закончилась. Если остались силы, планку можете повторить еще раз.